Сегодня буду коптить курдюк от самого большого барана, которого я видела. Ингредиенты для маринада оставлю в закрепленном комментарии под видео.
Для курдюка сделаю 3 вида панировки: паприка, куркума и черный перец. В каждую специю добавлю немного сушеного чеснока и соль. Коптить буду 40 минут. Курочек оставлю в тандыре на час. Отойди, отойди. Thank you.
Самая быстрая и очень вкусная закуска – грибы с соусом терияки. Всем спасибо за просмотр, приятного аппетита, а я иду ужинать с семьей. Пока-пока!